залазь на 3 до обороны. Ну, да аккуратней, что ты. Это Слава пойдет специально сзади забирать свою наличку. Хорошо, а чирика и так и будет. Не удивись, Рома потом посиди. Я в туалет билет толкал, минут через 40 возвращается, когда я все размотал. А после него там такой был уже чучи. Знаешь, когда такой, знаешь, ты мне должен 30 рублей. Рома! Знаешь, больше, чем ты. Рома, повернись, тебя больше, улыбочку. То, что под мышкой сильно надо? То, может, в машине оставишь? Там деньги. Ну, там деньги. Давай завтра. 5, считай. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Когда его верба, на самом деле, это, знаешь, кто что-то говорит? Белорусские деньги, ты можешь, они обесценились. Сейчас, куда ты ее прячешь? Рома, откладывай при нас. Получается, у тебя около 120 рублей? Рома, прикинь, ты 500, если случайно подотрешься. Так это же ты, Рома. А вот кто делает вот так, Рома делает вот так. Так вот, короче, знаешь, привет. Матвей, давай мне подмышку куда-нибудь. О, спасибо. А я сейчас закрою машину. Сейчас я доснимаю, как они тут. Ну иди, иди. Поздравляй. Лови, где там он. Что-то рассматривает там. Слушай, это надо поснимать. Что он там делает? Ром, можно тебе оставить? Это белорусская культура. А это мой подарок тебе. Там тоже деньги. А это мой. Отсюда вот это мне надо выиграть. Где там этот именинник? Я пытаюсь Ромку поймать, мне его не поймать. Он прячется. Подожди. Где он там, место? Нет, мы сами нажрались.